Всем большой привет! Сегодня готовлю перчик фаршированный, очень вкусненький. Рассказываю быстренько, как я готовлю начинку на фаршированный перчик. Нарезаю лук, обжариваю его, морковку на терку и добавляю фарш. Фарш у меня домашний, с домашней уточки. Это все хорошо перемешиваю. Добавляю промытый рис. Воды немножко. Довожу до кипения. Соль, черный перец. И выключаю. Крышкой накрываю. И все. И начинка готова. Немножко даю остыть. И фарширую перчик. Хорошо кипит. Крышку закрываю и выключаю. Прошло где-то 30 или 40 минут. Вот, жидкости вообще нет. Но еще теплая. Пускай остынет и можно будет перчик фаршировать. Даже добавлю немножечко воды.
дело в казаночек. Они сильно крупные для казаночка. Будут так. Кастрюли. Начинка у меня осталась, я ее заморожу, потом куплю перец, нафарширую и будет остренький ужин. Эти тоже в морозилку, а вот это буду сегодня варить холодной водой. Заливаю. Вот так. Где-то наполовинку водички. Варю до готовности, чтобы перчик стал мягенький. Вот, перчик мягенький. Все, выключаю. Это когда перчик мягенький, значит, он уже готов. Я всегда так готовлю перчик фаршированный. Мы только такой любим. Всем приятного аппетита! Все. Выключила газ. Так полотенечком накрываю. Вкусненький перчик готов.